Так. Кому жить, а кому умирать, в конце концов, решится просто. Подготовка. Исследуй местность, собирай ресурсы, забивай убежище любыми средствами. Так, грузок. Так, мемориал Виктории. Так, раз он сюда, наверное. Да, сюда. Да. Темно, пипец. Ого, сколько здесь? 6. Господи. О, птицы, за что? Зачем вы так меня пугаете? Шмирнивами.
Ничего себе, лишь. Это откуда взялось? Так, мы сейчас сходим. Господи. А, ты куда взялся? Капец. Что-то здесь у нас. Билетик. Господи. Там еще. Там доска не надо.
Так, вот травушки. Может попробовать оружие использовать руку. Что за животные-то? Вороны. Лечение сердца вниманием может казаться духом. Съешьте, чтобы укрепить здоровье, внимание, если пищика духа потока, запах здоровья уменьшится. Это потом уменьшится. Ладно, пока не будем искать. Колпички есть, ладно. Не быстро ничего, все жалко. Колядька. Я тут с ним расмелкать. Так, где у нас здесь шоколадка? Вот она. Там батон забрать. Ну, Тегеря, думали, запрут тут и будут в безопасности, корону защитить. А властям плевать на всех, кроме себя. Бог помогает только тем, кто помогает тебе сам. Ой-ой-ой-ой-ой. Чай, давай. О, господи. Пугала. Ой. Это научись, конечно. Ну ты чё? Блин, фига ты такой жирный. Yes.
Так, а тут что-то не должна быть. Посмотри на крышу. Кто-то вывесил перевернутый флаг. Это сигнал бедствия. Неужели кто-то выжил? Так, а что там такое здесь? Заберусь? Да уж, очень кстати. Придется вскрывать. Ищи инструмент. Вот окончку. Ну, пошли искать окончку. Выпусти ничего. О, господи. Да что такое? Быстрый парень. Давай уже. О. Да ты что такой душный? Пец. Ой, ужас. Это живой. Тут рядом должно быть старое укрытие ворона. Там может быть то, что ты ищешь. Да столько вещей, места никогда нету. Не, лучше мы не будем.
кольцо и кидай. Ну, далеко сказать. Так, улучшение. Да, хочу. Так, что здесь еще? Так, активировать. И рюкзак побольше найти. Ой. Было бы хорошо. Ничего такого нет, да? Блин, столько вещей. Аптечки понадобятся, 100%. Ну, вот эту область, вот эту лопату. О, господи. Куда ты тихой? Жесть. Пугала. Зараза. Готовься, солдат, чумные идут. Что? Ой. Фу. Что, все? О, господи, короче, не пипец. Ой, давай, бей, топи ее. Давай. Мы сможем. Ты какой жирный, смотри, а. Давай уже.
Wait. Putain. Dentro. О, пипец. Мы справились. Аллилуйя. Ты куда исчез? Двигать отмычку. Вот и вход. Учти, радио там не берет, так что пойдешь самостоятельно. Ладно, чувак. Ничего. Ой, как там темно, маленький мой. Кого-то ловит, интересно. Тихо так все ведет. Что там такое, блин? Ладно, сидим. Не хочет. Так, так, так. О, господи. Чувак, спугал. Ой, я муж посмотрите. Блин. Блин, я не знаю, что бросаться, жалко. Так это шоколадка, что ли? Шоколадка, ладно, есть. Thank you.
Четвертый спутник. О, господи. Ты че это такая резкая? Что это было? Ой, 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 ой. Не помню, это крыса плавает или тоже плавает? Надеюсь, что крыса. Ну ты че, мать? Так, я точно заберусь. Так, не сюда, я так понимаю. Так, ну понятно, получается сюда. Что такое-то? Мне интересно, тетка здесь валялась. Так, мне получается, да, ладно. Ой.
Блин, рюкзак. Нифига не лезет. Называется мой огонь. Так, не сюда. А что там за локация, интересно? Ладно. Классная тетка, наша королева. Столетняя ящерица в человеческом обличии. В Амиде я ее охранял. Кроме нее никто в правительстве мне не поверил. Надеюсь, ее увезут в Индию или еще куда. Рептилии, там хорошо. Так. Так. Так, секунду. Вот тебе вход. Осторожно, там я тебе не помощник. Пойдешь самостоятельно. Связь прошли. Экранировали. Сзади. Чего делали?
парочку чуваков. Блин, шумность какая жуткая. Придворный врач. Так что не волнуйся, я не галлюцинация. Ну что ж, найди мою лабораторию, ладно? Ну, постараюсь, чувак. О-о-о. Добраться до доктора. Осталось лишь 5 патрончиков. Нет. Офигеть. Пропуск. Я знаю, что здесь настоящий лабиринт, но в этом ты и видишь лишь суть. Чужаки должны путаться и избегать. Честно предупрежу, где-то здесь бродит пара чумных бывших солдат Амелии. Пытались навести порядок, вот. Ужас. Только что мы вышли сюда, они убыли вначале. Да.
Почему? Заходи, располагайся. Только ничего не трогай. Здесь ценные научные экспонаты. Я закрою за тобой дверь, на всякий случай. Прости, что не приветствую лично. Так безопаснее, понимаешь? Я, видишь ли, ищу лекарства от нашей чумы. Медленно, правда. Подопытных мало. Только эти бедняги, замеги. Плохие времена настали. Пардон, минутку. Ты определенно можешь мне помочь. Ну, почему? Сказал, не дергайтесь, бабуля. Да. А вот тут ты можешь помочь. Мне нужна книга Конрада Кестера. Дереди, секрети. Тексты сам по себе хорошие. Но я ищу копию с пометками Ди. По идее, она в дворцовой библиотеке, так что, боюсь, придется выйти наружу. Поможешь? Камелеон-то, блин. Помогу. Лифт доставит тебя прямо в дворец. Посмотрите. Так, вот вам его. Она пришла. Чего
Может, я что-то пропустила, я не смотрела. Господи, это вы. Ну иди сюда. Попробуем подорвать винтовку, что это? Так. Пустая коза. Так, здесь как другая локация.
Нету. За знаком вирус означает. Ладно. Сохранимся. Музыка тебя не раздражает. Уильям Бентон, любимый композитор Елизаветы I. Настраивает на рабочий лад.
Блин, музыка вообще не нравится. Да, неловко получилось. Не выдержал стресса, видишь. Оказался чувствительнее остальных. Там зомби еще. Да, блин. Сергей, приветик. Я уже здесь заблудилась. Куда еще идти? Так, чувака пришли к чуваку. Я так понимаю, добыть наверху книгу не удалось, да? Прости, но мне нужно работать. Прошу, не стесняйся ни в чем. Листок. Ты отлично держишься. Мне жалко бедных охранников. Я, кстати, тоже числюсь в Омеге. Начинал врачом в армии, а потом был приписан сюда. Позор. Элитные бойцы, а такая печальная судьба. Так, книжку еще, ладно. О, господи, ничего себе. Блин, как его убить? Ну, блин. Кто ж ты?
упреком молвил ангел. Неведение было твоей наготой, а первой чумой, поразившей человечество, была наука. Ибо стремление к знаниям лишило вас самопознания. С упреком молвил ангел. Неведение было твоей наготой. Ну, попал. Что это такое? Аналитик. Сейчас начальная локация у нас. Да. Thank you.
ты же не в курсе, что такое отряд Омега. Это тайна. Но кому сейчас какое дело? Элитное подразделение, охраняем королевскую семью. Нас застали врасплох, бедные охранники бункера. В каком-то смысле, они теперь его охраняют. Надо было верить доктору Ди. Опа-па. Опа-па-па. Где? Кто? Пирожное. Ну, блин, чувак, что ты? Это метки. Ну что там, все. Рама, приветик. Происходит мгновенно после попадания вируса в кровь. Начинаются судороги, а кровь больного чернеет и стремительно растекается от места заражения по сосудам, словно рисуя под кожей ветвистое дерево. Зрелище бы завораживало, не будь оно столь жутким. Thank you.
Рюкзак. Блин, как добраться-то? Не замечаю. Все пусто, опять. Или как-то рюкзак найдется через сына. Пусть решил за один. Могу через 6. Тут херня, блин. 4, 6, 2. Блин. Что такие души? Так, походу мне пипец. Намотай на ус, салага. Перед выстрелом надо целиться. Того, не вкинуть. Я так понимаю, добыть наверху книгу не удалось, да? Да. Прости, но мне нужно работать. Прошу, не стесняйся ни в чем.
Так. Они там все тусуются. Ну что ли? Ой, лес, быстрее. Да уж. Ты не думал, что ли? Кричишь-то? Так, где трупах лежит? Мои тетки. А, где там валяются? Так, 4, 6, 2, 4, наверное. Точно. Ничего в этой комнате. Фига нету. Нож.
Это... А, вот и я там. Страшно, пец. Кто там? Это... А вот ты где. Еще здесь не высоко. Так, как сюда попасть, интересно? Может, узнают? Может, потом кто-то узнает. Поехали.
сюда! Некоторых больных в паху, под мышками и у челюстей образуются горячие гнойные полости. Извлек образцы гноя для дальнейшего изучения. Пациентку не действуют известные успокаивающие настои. Пришлось ее привязать. Ее голод не утолила ни одна предложенная снедь. Ею движет мерзкое стремление пожрать все живое вокруг.
Вчера она освободилась от пут и чуть не выпотрошила нашего коня. Я трепещу при виде столь глубокого падения. Человек стал ходячим сосудом, живущим ради удовлетворения своих низменных инстинктов. На пациентку не действуют известные успокаивающие настои. Пришлось ее привязать. Ее голод не утолила ни одна предложенная снедь. Ею движет мерзкое стремление пожрать все живое вокруг. Вчера она освободилась от пут и чуть не выпотрошила нашего коня. Я трепещу при виде столь глубокого падения. Человек стал ходячим сосудом, живущим ради удовлетворения своих низменных... О чем ты? Прости, я немного рассеян. Ах да, Ди. Джон Ди был ученым, алхимиком, натурофилософом. И все на службе у Елизаветы Верной. Его и в шпионаже обвиняли. И Ди пытался предупредить нас о заразе. О, прости, надо бежать. Че это? Ты побежал. Так, книга. Чего не вышло? Ну что, знает, как забрать оттуда рюкзак? Я что-то не знаю даже как. Так, там дырка вот идут. Сейчас назад мы вернемся. Понятно. Блин, как сюда залезть-то? Непонятно. Господи. Так, вот рюкзак. Так, ползти получается. Так, если бы было, понятно.
выше там свободу. Так, так, так. Следуя советам из Деремеди Секрети, я растолок высушенный гноев в порошок и обнаружил, что при введении его больной, боже, я называю так собственную жену. Черная кровь уходит из сосудов. Сквозь болезненную бледность на миг проглянула некогда розовая кожа моей супруги, после чего она в последний раз дернулась и к моему невыразимому облегчению прекратила двигаться раз и навсегда. Упокой, Господь, ее душу. Уверен, в этой книге любой найдет практические советы для поиска решения, которое, возможно, спасет всех нас. Я пришла с книгой. Тоже твой зараженный. Привет. О, у тебя книга Герстнера. Надеюсь, это не отняло много сил. Еще кое-что. Вот та штуковина очень напоминает машинки ребят из Америки. Просканируй больного парня. Но проведи полное сканирование. Нужно выделить зараженную железу. Я не могу просканировать. Из
изумительная штука все-таки. Человеческое тело. Человеку умирать, тело еще борется с заразой. Ну разве не чудо? Так и знал. Сначала придется прикончить Ильяна. Потом возьми шприц и наполни его антителами и железами. Всего на одну инъекцию, но потом можно будет найти нового донора. Ничего. А взамен я прошу добыть вторую книгу. Студию Конкаджиони. Изучение инфекции, написанную самим Ди. Это большая редкость. Но я знаю, что у Рона Фридмана на Бриклей есть копия. Рон, это один из воронов. Сходим пока в убежище. Не, оно здесь. Это великая чума. Вороны суетятся. Знамения даны, и чума пришла. Так и говорил Ди. Но ты об этом не думай. Это можно. Нож. Так что за него. А вот так вот нет. Странно. Да, уже не стопаю.
Так, хорошо. Нифига не видно, пипец. А теперь-то ты куда? Припасы ищешь или что? Вряд ли ты здесь найдешь много полезного. Беднягам пришлось обороняться самим. Так называемые слуги народа их кинули, а сами намастили лыжи в Вестминстер и дворец. Будто им это помогло, а? Слышишь? Вот почему страна скатывается в дерьмо. Надо выживать, а они гуляют. Ничего себе. Я, честно говоря, удивляюсь, что выжил кто-то еще.
Ладно, может, не все знают о пророчествах Ди, но как можно не заметить наступление конца света? Блин, что на фиг еще их? Ого, господи. Да, смотрите. Таня, пойди сюда. Что там было интересно? Блин. Да сколько здесь? Ок-ок. О, господи. Ой. Да, блин. Кошмар, как много. Ну ты чё, идёшь, нет? Нет.
Так, и чё, и куда? Так, нужно ли лезть наверх? Как залезть сюда? Они там цифры были вначале. Здесь это были вроде бы.
Нихрена не видно. Так, а что, просто так свернулось? Понятно. Так, вот код, что здесь? 2909, что ли? Нет. Блин. Что за код непонятный у меня какой-то? Постарайся пробраться в комнату.
Похоже, ты можешь прыгнуть через дыру в потолке. Ой-ой, так. Так, что куда? А, вот лестница.
Блин, чё выбросить-то? Вашу мамашу, я понял, где ты. Урона призвана. Никого там нет, кроме имбецила, совратившего воронов с пути истинного. Осторожней там. Фридман — лживый мешок дерьма. Не верь ни единому его слову. Он тебя отправит гоняться за призраками. Если не можешь бежать, просто ляг и умри. Запас сил должен быть всегда. Так, это слуг, это корабли. Так, да, вот.
фигне. Ладненько, на сегодня пока все. Спасибо, что смотрели. И что завтра продолжим. Все, всем пока.